Всем привет, на связи Экосплей. И сегодня, как я и обещал, я таскаю туда-сюда грузы. Ну, как бы, вроде не под запись, вроде как под запись. Еще по патронам. 7.62H14 7.62H54 7H1. Ну, короче, я вот это все барахло здесь скину. Надеюсь, не сопрут. Нет, это оставлю. Это выложу. Только пусть попробуют у меня что-то спереть. Однако я сохраню как-нибудь там, не знаю. Вот так вот сохраню. А тут еще ящик какой-то. О, молоток. Да, в смысле. Главное не забыть. Чё по весу? Вливайся в ряды свободы. Сообща мы сохраним зону. Единственное на планете государство по-настоящему свободных людей. Сейчас еще вот это скину. Или вот это скинуть. Это чё? 9.19. Угу. Пять сорок пять. 7.62. Ещё пригодится. Тоже пригодится. Это бесполезно на самом деле. Ну как бы не всегда оно роляет. О, ядрить я разгрузился. Это чё? Нормально. Поехали. Говорить особо я тут ничего не буду. Все-таки... Но пока что я не планирую это выкладывать вообще. Сейчас надо посмотреть, открыта там дорога или нет. Так, куда? Сюда. Это увеличение, конечно. Зона государства? Ты чё? Ты нормальный вообще? Судя по звукам, я играю не в сталкера, а в сабнафтику. Как какой-нибудь Левиафан выплывет. Угу. Кстати, первая сабнафтика-то уже достаточно давно вышла. В 16-м ли году?
Но она тогда была просто... Да, она и сейчас огонь. Просто огнище. Я играл в нее еще, когда она была беткой. Она даже в бете была охрененная. И шла даже на моем ноутбуке. Это, конечно, ни о чем не говорит. Кроме как о достаточно хорошей оптимизации при приемлемом уровне визуализации. Как для ноутбука. На ультрах я не помню, включал ее или нет. Да, там, в принципе, что, графика достаточно мультяшная. Ну, хуже ей от этого не становится. Жалко, в прицеле они не отображаются никак. Как друзья или враги. Так, там эта херня, я помню. Которая меня засасывает. А, вот она. Прям просышь ее. Опа! Что-то новое, не? Или нет? Или я вас уже обутал? Ешка худой. Зачем я фармлю? Ну, не знаю, чтобы хотя бы шмотки купить. Или хотя бы отремонтировать эти. Не знаю. Я ж не могу ни в какие радиационные эти точки залазить. А их тут достаточно много. О, открыто. Охренеть. Да, я действительно туда хочу. Прикиньте. Вы что запыхались, пацаны? У вас-то что-то произошло? Ну, привет. Да, отвали. Монолит тут с какого-то хрена. Монолит можно блутать, судя по тому, что они ко мне враждебно относятся. Ага. Монолит, судя по всему, ко всем враждебно относится. Во-во-во, началось. Я вот про это и говорил. О. Блин, я думал, что-то поинтереснее. Надо рукава поправить. Оп, оп. Оп, хорошо. Где-то здесь он, да? Так, где-то там.
Пока что не видать. Ага, вот он. Вот это свои. О, где-то здесь. Где-то тут притаился. Вот за этой штукой он... А, вертолет. Вытащите нас отсюда. А что вы тут делаете, пидоры? Вас тут пятеро? Куда? Наши хвалят. Ты где? Блин, я понял. Одни мы не продержимся. Я иду. Да идите в задницу, пидоры. Мне сейчас не до вас, я там пацанов буду спасать. Помоги нам, а то будет поздно. Да иду. Где вы там? Наши хвалят, ты где? Да иду я. Вы где, пацаны? Ну теперь мы им всыплем. Да. Всыпал. Ну, козел. Сразу к своим двину. Это ж свои? А где? Это что у тебя тут такое валяется, интересно, дай. О-о-о. А что это? Гром. Что нового? Да это понятно. Дружище, тут монстров с ума сойти, выручай. Одни мы не продержимся, быстрее. Да иду. Сейчас я только подойду поближе. Куда ты? Козёл. Сейчас реально размолотим. Как же ты задрал? Реально монстр какой-то. Тихо. Ты чё меня так высадил? Не умирай. Ну это на базу свободы? Отбились, слава тебе, Господи. Вы кто? Пацаны, ё-моё. Свобода. Сталкеры. А где у вас база-то?
Ага. Ну я сейчас тут подлутаю немножко, вы же не против. Это все съем, возьму и съем. Нормально. Неплохо. Опа. Вот. Пошли в задницу. Ты кто? Уродец. Ебать. Ё-моё, я еще и умираю. Ты так не делай больше. Откуда у вас столько, пацаны? Да ну нахер. Так, где там эта херня с опцией? А неплохая пушка, я скажу вам. Сава умник. Уже не умник. Тихо, еще один что ли? А, великолепно. Это... Откуда они прут? Так, погода изменилась. Не умирай. Опа. Вовремя ты решил перезарядиться? Ты, блядь, как Томми Анджело. Где ты есть?
А тут что? Дорог куда-то? Ага, идет. Вот он, вот он, вот он. Сидит он, слышь. Давай пожрем. Лечиться пока не буду. Сохраняшки. Блин, тут столько хабара сейчас будет. Прут. Ты глянь, как прет. Не-не-не-не-не-не, никаких гранат. А ты где? Блин, да сколько ж можно? Пацаны, вы задолбали. Ну что, подождем еще до гарантии. Тихо, еще немного подождем. Всем спасибо, все свободны. Они что, к своим пытаются пробраться? Но это уже дорога на Припять, да? Шестьдесят килограмм, еще 5 килограмм могу взять с собой. Ой. Мне, короче, даже никуда и бегать-то особо не надо. Не, гром прикольная пушка. А на чем он работает? 9.39. Блин, я с этими калибрами запутаюсь скоро. Ведь тут еще монолитовцы сидят. Блин. Можно, кстати, сейчас за наградами побегать. Вы кто? Мутант? Мутанты на кордоне? Чистое небо. Надо еще с чистым небом там скрешиться. К
Я в той местности очень давно не был. Там мутанты что-то лютуют. Сейчас я продам все это барахло и туда сбегаю. Так, а что, у меня батареи жарят, что ли? Да нет. Интересная серия. Я уже думал, так себе фигня какая-то получится. Но тут ее даже выложить, в принципе, можно. Да вы не суетитесь, пацаны. Ну подумаешь, от меня монолитом воняет. Да нахрен мне эта граната? То есть, если локацию держат союзные мне силы, то я могу в нее бегать, да? Если, допустим, здесь стоял долг, то я бы сюда бегать не мог. Звучит логично. Че это ты устал? О, мля. Я успею. Все, 50 секунд местного времени. Да я понимаю, что ты устал. 60 килограмм с собой тащишь. О, я попробую один финт. АС-96-2. Вот у меня, короче, есть два калаша. Я один разряженный скину, а второй скину заряженный. Посмотрю, какой будет дороже. По логике. Конечно же, дороже тот, который заряжен, потому что, ну, у него патроны есть, вы чё? Но это не точно. Какова логика там у Ашота будет, я хрен его знает. Пацанам тут нормально всегда. Может, где-то что-то найду. Что это за херня? Сколько там по времени? 29 секунд, я уже почти дошел.
Да, без телефона тут сидеть, конечно, скучновато будет. Хоть не знаю, хоть порядок на столе начинай себе наводить, пока тут все это происходит. А, 17 секунд. Ладно, сейчас я за телефон отбегаю, пусть оно тут пока само по себе. Да. Да что же у меня микрофон-то зацепляется за все? Все равно запись темновата. Здорово, приятель! Я Здорово. Тебе один умную вещь скажу. Только ты не Так, обижайся. ща. Слушай, деньги не главное, понимаешь, да? Иди, дорогой. Давай. Этот пустой будет, этот будет пустой. Давай. Эй, подходи, если ты... Здорово, приятель! И разошлись, как в море корабли. Вот эта фигня мне и так не нужна. Хотя, подожди. 240. Хочешь стать 115. авторитетным Что? сталкером? Желаешь всегда иметь верных друзей, 250. прикрывающих твою спину? Подожди. Мечтаешь надавать по сусалам долгу? Эти и многие другие возможности Ну, показывай, че... Здорово, пари... Я тебе один умную вещь скажу. Только ты не обижайся. Слушай, деньги ну не главные, понимаешь, да? Иди, дорогой. Так, ну этим я торгану. Все-таки лучше разряжать. Вот это получше. Ну, показывай, чем зона награди. Здорово, пария. И разошлись, как в море корабли. Эту херь забирай. Эту херь забирай. Эту херь забирай. Это забирай. Тоже забирай, забирай, забирай. Это я, по-моему, не разрядил, но тоже забирай. Зона — это сталкеры. Сталкеры — это свобода. Будь сталкером до конца. Вступай в свободу. А, зато я артефакты не смогу таскать. Ну ладно. Чё ты эту штуку можешь? Чё, 15 всего? Всё, что принес, я сейчас скину. Что-то там нытик какой-то. Работает? Товар
стоящий подбрасывает. Работает. Растут, не растет. Так ведь засада. Так, 9:19, 9:18. Хочешь стать авторитетным сталкером? Желаешь всегда иметь верных друзей, прикрывающих твою спину? Мечтаешь надавать по 9:39. Эти и многие другие возможности. Хорошо. АС-96. Ну, нормально. Единственное, что у меня с аптечками все плохо. Ну, значит, может сохраниться нормальный слот. А вот этот удалить. Ну, погнали дальше махаться с монолитом. Чем я там по деньгам? 9,552. Жалко, здесь нету круиз-контроля. Все, ничего, единственное, тут очень много пустого пространства, где ничего не происходит. Ну и очень много бегать приходится. Интересно, а когда я успел монолиту насолить так? А, стоп. Я ж хотел пойти... Куда я хотел пойти? А я флешку не взял. Блин, ладно. Пойду фармить. Потом вернусь за флешкой и туда схожу. Радиоактивность. О, я похоже путь покороче нашел. Тут немножко досократить можно. Надо все-таки до вертолета дойти, а то, мне кажется, монолитовцы за своими пытаются.
пробраться. Пацаны, может у вас тут у кого-то аптечки есть? Слушай. Да вот это. Сколько? Ладно. Разорите вы меня, пацаны. Слушаю тебя. Нет, с тобой я тем более не буду торговаться. Великолепно. Тихо, ты чего? Правильно я хоть иду? Сейчас меня там будут звать на помощь. А, значит, от выброса, возможно, здесь вот можно прятаться. Пацаны, граната это прям для вас. В смысле, а куда вы делись? Внимание! Игра граната! Граната! Ложись, граната! А что, все что ли? Не надо. Не надо. Спасибо, что у меня патронов нет для этой херни. Да. Угу. Ты сейчас скажешь, что ты сюда докинешь. Козлы. Да, тут бы не помешало ружьишко.
Интересно, откуда они хотят, чтобы я их вытащил? Засуетились, забегали. Ой-ой-ой. Неприятно. Ни хрена себе, вы за меня То есть сюда не попадают, да? Черт, ты какое-то делаете? Так, может здесь что-нибудь полезное найду? На танке бы туда приехать. Погреюсь хоть. Так, грустненько. Так, еще повыше поднимусь. О. А неплохо вышло. Как он это сделал? Тут сколько? Километр был. Как он сюда докинул? Как? Как?
Козлы. Тупо козлы. Я не понимаю, как они сюда докидывают? Как? О, вообще ни хрена не видно. Я манал. Так, ну судя по всему, кидателя гранат я завалил. Сколько их тут осталось? Если ни одного. А как я это сделал? В смысле? Это что за психоатака такая? Что с тобой? Давай по-быстренькому. Да, что ты как слабоват. Что я набрал? Лавина. 9.39. Давайте попробую я это. Ага, ты не надо. Давай попробую. Нормально, жив, цел, орел. Я тебя
Да я вообще не расслабляюсь. Это ж не игра, чтобы расслабляться. Ну что, подождем еще? Да. Еще не все. Да их тут до хрена. С ними разве передохнешь? Вон еще идут. Ёмано. Вон пацаны идут. Ну. Где-то там есть. Так, все. Патроны закончились. Отбили, слава тебе, Господи. Кого отбились-то? Вон они, пруд и пруд. Не, ну это ладно. Давай колбасу сожрем, вот эту штуку сожрем. Ох, у меня перегруз. 67 килограмм. Все равно перегружен. О, в смысле? Все, погнали. Когда-нибудь пистолеты я заберу. Рассказывай давай! Да не хочу я тебе ничего рассказывать. А это что за пацаны? Стоят они тут, слышь, ага. На монолит тут прятать.
совсем не рады. Так, ну как я понимаю, наличие патронов в стволе на цену никак не влияет. Поэтому я буду делать хитро. Я буду оружие разряжать, стволы продавать, а патроны продавать отдельно. В принципе, разрядить я могу прямо сейчас. Погнали. А куда я иду? О! Комфортно. Надо вот эти поручения позакрывать. Может, мне за них денежка упадет. Да, прыгать при перегрузе то еще действие. Чисто мне вот надо бы еще помочь. Так. Да в смысле? Давай еще съедим. Вот что тебе не нравится? Давай ствол один оставлю. Надо было сразу ствол оставить. Так и сделаю. Хотя... А посмотрим. Ящик может оказаться пустым. Серьезно? Оля. Кондёхать тут, конечно. И сейчас в этот переход может выброс начаться. Или тут типа выброс не начинается ночью. Он спит.
надо за сегодня донести эту хрень. Потому что я уже сколько серий занимаюсь тем, что только хожу и брожу. Это прошлый раз, когда я переход делал, я вроде как сохранилась. Автоматически игра. Может, я, конечно, сам нажал. Ну давай, что у вас в ящике? Это я заберу, вот это забирать не буду. В обмен пистолет оставлю. Я вот тут вот по сокращенке пойду. Ага. Ух, я вижу. Интересно, можно все группировки против себя настроить так, что ты буквально вообще никуда не сможешь ходить? Просто вообще шаг не сможешь сделать. Только как тогда по сюжету двигаться, я не представляю. Кстати, а тут же эти трупы были, нет? Что-то они куда-то ливнули. Ты дурак? А, на букву уже выбрасываешь оружие. Зачем? Типа как в контре за собой таскать это все? Ну там ты бесконечно можешь выбрасывать, поднимать. Посредством чего таскаешь дополнительный ствол. Ну, ё-моё. И полную стамину накопить. Это я смахну? Да, это все можно смахнуть. Тихо, главное не свалиться. Это будет вообще не вовремя. Теперь ждем.
ветераны и новички. О, радио просралось. Если вы дорожите своей свободой и хотите быть в кругу друзей, вступайте в наши ряды. Свобода приветствует всех, кого привели к нам дороги зоны. Секунд еще ждать, ё-моё. О, немедленно вспоминается анекдот. Хочешь стать авторитетным сталкером? Желаешь всегда иметь верных друзей, прикрывающих твою спину? Мечтаешь надавать по сусалам долгу? Эти и многие другие возможности откроются перед тобой после вступления в ряды свободы. Так, хорошо. Хорошо. Свобода. Будь сталкером до конца. Вступай в свободу. Так, ну чё, сливаем стволы, сливаем патроны. Быть может, покупаем патроны. Здорово, приятель. Я тебе один умную вещь скажу. Так. Только ты не обижайся. Слушай, деньги не главное. Понимаешь, да? Иди, дорогой. Так. Сталкер, жизнь дарит тебе возможность найти верных товарищей в рядах свободы. Только здесь ты найдешь тех, кто пошел. Прикроет тебе спину и поделится последним куском хлеба. Откуда у тебя столько денег? Слышь? То есть я не могу посмотреть, сколько у тебя денег. Хорошо. Что я тебе еще могу слить? Вот эту фигню давай отдам. Комедиант. Сообща мы сохраним зону. Единственная на планете, государь.
Так, вот это я возьму. Это я тоже возьму. Хотя зачем она мне? Пусть он лежит на всякий случай. Это все заберу. Эх, славно было бы сейчас ништяка какого-то толкового заточить. Ты тут не шарахайся. Здорово, приять, и разошлись, как в море корабли. Так, так. Сталкер, жизнь дарит тебе возможность найти верных товарищей в рядах свободы. Только здесь ты найдешь тех, кто прикроет тебе спину и поделится последним куском хлеба. Так, 5.45. 7.62, 7H14, 7.62. А где у тебя 7.62? У тебя вообще есть 7.62? У тебя нет... О! Так, ладно, это хрень. Так, это чё? Постольный гранатомёт. Прицел. Зона дарит тебе возможность примкнуть к лучшему. Не, ну ладно. Ладно. Не упускай свой шанс вступить в свободу. Только здесь тебя поймут и примут таким, каков ты есть. Я такое ощущение, что я с собой таскаю что-то лишнее. Все это 5.50. Ага. Ладно, нормально, хорошо поднялся. Так, ну-ка еще раз сохранюсь на всякий случай. Давайте на этом на сегодня будем заканчивать. То уже очень долго играю. Короче говоря, вот такой получился у меня этот выпуск, эта серия. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до следующей серии.